Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, и это канал Булгаков Плей. Мы продолжаем проплывать, если так можно сказать, Far, Changing Tides, и я попробую на парусах доехать. Ну, что-то, наверное, вряд ли. Ветер какой-то не очень. Хотя, судя по волнам, ветер нормальный. Да нет. Но сохранение было в прошлый раз. Мы докуда-то не доплыли. Вот, поэтому я думаю, что сейчас будет опять какой-то городишко, что-то типа того. Да не, вообще, бля, ветер падает. И он боковой, нормально. Плывем. Так, что там? Все нормально у тебя? Все хорошо. Все, говорит, хорошо, у меня нормально. Плывем. Увеличил. Или нет. Может быть, просто прошло сохранение и, соответственно, плывем куда-то дальше. Какие-нибудь ледники начнутся, придется нырять. Опять же таки... Ничего не хочу сказать, но первая часть мне все-таки больше симпатичнее, потому что она уже к этому времени закончилась. И как раз-таки прикол в том, что здесь непонятно, нахуя мы плывем столько. То есть, по сути дела, геймплей один и тот же. Ну, допустим, окей, предположим. Нам дадут еще какой-то модуль улучшения. Для чего-то, я не знаю, блядь, воздушный шар прилепит, и мы сможем еще перелетать через преграды. Но суть-то не меняется. То есть мы посмотрели, нам оторвало хвост. Мы добавили этот хвост. Мы шли вообще без тачки, без машины. Че еще? Нам дали ускоритель. Че нам? Эти все модули мы собрали в движок. Тогда вопрос, нахуя тогда, чем еще заполнен геймплей? Ну, к примеру, я так понимаю, с моей скоростью затупа, это примерно вот 1,5-2 серии вместе с этой. Вопрос, зачем? Ну, посмотрели. Опять же таки, эти пейзажи задние можно было сделать чуть короче. Я, в общем-то, не разработчик игр, поэтому мне куда уж нахуй до такой великой арифметики, но первая часть была лаконичная, не совсем до конца понятная, как и вы уже поняли, но, тем не менее, понятно. Потом объяснили, что да как да почему, зачем мы куда-то плыли, что происходило, все стало на свои места. Здесь тоже наверняка есть какое-то объяснение, но сам факт... Какой факт того, что мы очень долго плывем вперед? Опять же таки о том, что вы пишете быстрее, не быстрее плыть, на топливе, не на топливе. Какая нахуй разница? Ну окей, вот сейчас волны, и логично было бы не на парусе идти, а включить двиган и чуть побыстрее двигаться вперед. Но нахуя мне сейчас тратить ресурсы, на мой взгляд? Опять же, я играю так, как считаю нужным. Я не буду играть так, как вы считаете нужным. Вот и все. Еду так, как правильно для меня. С моей точки зрения, я экономлю топливо, потому что... Что это, блядь? Куда-то приплыли. Потому что его не будет хватать. Хотя, может быть, уже скоро конец игры. Куда-то подплыли. Варианта два. Либо как-то нужно залезть туда через низ.
Так, подожди, давай на радар посмотрим. Либо надо нырнуть, хотя вряд ли нырнуть, там это, видимо, конструкция крепится ко дну. Это я на всякий, блядь, зачем я нажал? Я ничего не нажал. Я не вижу. А сколько угодно, вот говори мне, блядь, про гениальность вот этого всего прочего. Вот эта, блядь, волна, которая закрывает обзор, это просто, блядь, какой-то ахтунг. Нахуя это сделано? Вот и куда мне, блядь, вешать? Где крючок? Вот тут примерно, да? Короче, ладно, все равно механика этой игры остается для меня загадкой. Тут что? Нельзя проплыть? Спускаемся на дно тогда. Тут закрыто. Наверняка какой-нибудь проход да будет. Тут тоже закрыто, окей. Очевидно, подводные приключения для того, чтобы показать масштаб данной игры. Ну, короче, мы куда-то на дно морское спускаемся. И пузыри вижу. Скажите, что, блядь, здесь очевидно надо было держаться какой-то из сторон. Мне кажется, я достиг дна. Бля, фонарь, точно. Это же очевидно, блядь, в этой игре, да? Где тут проплыть-то? Да. Ну, поплыли за фонарем. Кто ж ебать знал-то? Здесь темнота. Короче, ближе к концу меня эта игра начинает подвымораживать. Но мы допройдем. Я опять же таки, я не люблю бросать все на полпути. Хотя дохуя на канале игр недопройденных. Например, Far Cry, например, Alan Wake. Но если бы я сжег фонарь, хули бы мне тогда делать? Вот, но я тут дойду, она... Бля, серьезно, ты не будешь светить? Давай ты будешь светить и не будешь мне мозги ебать. Бля, реально, что нахуй это за шутки такие? А, я понял. Все понял. Даже не буду говорить, поскольку это, бля, очевидные вещи. Ну, давай, давай, пошустрее. Был бы какой-нибудь у него воздушный пузырь, надуваешь его и выныриваешь. Вот была прекрасная механика игровая. Где моя лодка? Ну? Ты, бля, смыл, что ли? Бля, как глубоко, пиздец. А тут светится фонарь. Вот что, блядь, с тобой не так, игра? Или у меня, блядь, опять ничего не получится? А музыка заиграла. Серьезно, и скаты поплыли, да? Понятно. И вот это что, блядь, фонари загораются или это все-таки от корабля фонарь светит?
Короче, больше вопросов, чем ответов. Ну, тут опять же все очевидно. А вон там, вон сзади, это, ну, да похуй вообще. Зацеплю и зацеплю. Да, фонари загораются от корабля. От меня они не загорались, от корабля загораются, окей. Давление. Кому интересно это давление? Вижу, там вон топливо, хорошо, нам надо. Я ничего не буду подруливать, пусть спускается, как спускается. Заденем, так заденем. У нас две горелки. Если что, починится. А, ну понятно. Я куда-то уткнулся, видимо. Ну вот, сам подправился. Ничего, нормально. Вот тут, по идее, должно открыться, не? Ну давай, давай. Вообще-то я перевел на нейтральное. Вот. Пойду проверю. Да блять, куда ты? Вот тут стой. Все, я вижу. Я вижу топливо, которое просто разбросано. Тихо. Ага. Вот это удобно, кстати. Так быстрее. Да возьми ты. А что это за подводная такая история? Это подводный какой-то маршрут или что это? Теперь поймешь, ну допустим. Ну еще спереди что-то есть, но мы... Давай потихоньку поплывем, потом возьмем. А, так. Так. Полный вперед. Все есть. Потихоньку поплывем. Вот так. На серединке. Я надеюсь, подруливать-то мне не придется. Ну или придется, если только наверх. Ладно. Это симпотно сделано. Но опять же таки, не обязательно это было делать за 850 километров от последней точки сохранения. Так. Теперь мне опять вниз. Или наверх. Наверх. Сейчас я топливо соберу. Ну-ка. Топливо нам надо, топливо это хорошо. Ну да, какой-то подводный переплыв. Ты пока давай там никуда не плыви. Ага. И последнее. Последнее просто будет валяться, я ее никуда не потащу, пусть тут лежит. Вот тут. Так, окей. Это все из-за горелки. Скажу я вам. Так, сюда. Окей. Наверх. Немножко носом подровняем, хуль сделаешь.
Тормозить я понял, как тормозить, вон рычаг переводишь с полного вперед до середины. Стой, 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 ты чего? До середины, и он останавливается. Ладно, понятно, это я сейчас затупил. Я просто не понимаю, как вот эту херню останавливать, чтобы она не горела. А, он все-таки остывает. То есть двигатель глохнет, и это все остывает. Окей. Ну, в любом случае, нам наверх. Тут ничего не попишешь, но, возможно, так по ступенькам и пойдем. Я тут стою на случай, если проходим же. Так, там топливо. Ага. Ты топливо? Ну, похоже на топливо, но это не топливо. Так, стоп. Реагирует нормально, кстати. Ага, нейтралочка. Так, что мне надо? Во-первых, сюда. Во-вторых, сюда. В-третьих, я так понимаю, нам все равно пока... Блядь, он... А чё с люком? Чё он горит? Чё-то надо? Я чё-то пропустил? Тут же просто так не загораются эти вещи. Или она горит, типа я повредил. А, надо присобачиться, я понял. Типа люком надо приклеиться к этому баку. Так, и что-то нам даст. Да. Но реагирует довольно-таки быстро, кстати. О. И теперь надо опуститься. Чуть сохранилось. Это что такое? Что-то надо поправить, да? Так, надо плыть по фонарям. Окей, это уже интересно. Но опять же таки... Ага. Не обязательно же для этого растягивать сильную игру. То есть мне надо сюда крюк был протащить. Тихо, не надо так делать. Мне надо сюда был крюк протащить. Подожди. Крюк есть. Это что-то куда-то поехало. А куда ты поехала? Что это такое вообще? Что-то разблокировалось. Так. Ну, это что-то очевидное нам надо. Крюк взять? Крюк не берется. А, проход.
подожди. Я понял, эта штука откроется, и мы эту херню загрузим к себе на лодку. А, это мы сейчас подвинемся. Ну, типа вот, окей. А, вон что, то есть вон та херня, как... Мне это нужно выбросить. Это типа этого. Типа предохранителя. Я понял. Этот предохранитель типа взорвался. Ты же его поставишь нормально сам? Спасибо и на этом. И теперь тот, который там мы видели. Я думал, что за чувак стоит? Зачем его цеплять? Это генератор. И генератор. Генератор запустит что? Правильно, хуй его знает что. А, там их много разных, окей. Так, загорается. И на этом тоже спасибо. Зачем дверь закрывается? Зачем она закрывается, если я отсюда выходить не планирую? Ну да ладно, сейчас запустим. О! Все же? Правильно? Здесь проход открылся? Нет, здесь проход не открылся. Ты, соответственно, мне нужно обратно... Я надеюсь, я здесь все сделал, блядь. Где труба? Нет. Труба в одностороннем порядке. А, кнопка, все. Думаю, что-то было, я что-то нажимал. Ну да. Вообще, блядь, поршень даже не какой-то не предохранитель. И? Или пока не уплывать никуда? Ладно. Ладно, никуда не уплываю. Ну да. Нихуя не да. Я думал, это откроется, мы туда проплывем и пойдем в корабль. Окей. Мне стало чуть... Вообще нихуя мне проще не стало. Что, блядь, делать в этой игре? Так, здесь понятно, это все отъехало. Ну, слава богу. Прямой проход открылся. Сейчас, сейчас, сейчас. Конечно же, прям 5 секунд. Как я могу не взять это? Топливо, оно вот недалеко от корабля. За штук не понимаю. Что-то нам загрузит она. Так, и последний, правильно? И там еще какой-то ключ был. Да возьми. На поверхности лежал. Правильно? Нет. Нет, вроде все взяли. Так. И? Чего? Это мы открыли. Типа плыви. Но эта херня загорелась. Что-то она мне открыла. Или это сейчас. Я смею предположить, что это
открылся какой-то люк на поверхности. Я сейчас могу загрузиться. Вот здесь какой-то ключ. О, олень. Олень. То есть я сейчас могу загрузиться и выплывать отсюда. Потому что здесь ничего не нажимается. Если бы нажимал, то я, конечно, бы нажал. Так, и олень сюда. Ну, типа, окей. Нет, он не дает, он не выпускает. Соответственно, что-то не сделал. А что я не сделал? Это херня. Крюком это зацепить. Вряд ли. Я реально не понимаю. Может быть. Что ты куда я пизданул? Не. Нет. Да что с тобой? Ты чё, блядь, там застреваешь-то? Алло. Чё, блядь, надо сделать? Я не понимаю. Эта херня открылась. Окей, тут все запустилось. Еще раз на кнопку нажать. Она зажата. А, этот предохранитель сломанный. У него горит крюк. Его брать с собой я не вижу смысла. Вот этот мне надо, что ли, забрать? Или чего? Но дальше не пускает. Через борт его проводить. Так стоять. Через борт и вниз, и мне эту херню забрать, что ли, или как? Я не понимаю. Он закрывает. Ой. Он отрывается. То есть я как начинаю куда-то его тянуть. Вот сюда, например, да? Нет, сюда он нормально тянется. Тут ни хера нет. Мне его, если тянуть, то мне его тянуть туда. Но сюда он не затягивается. Что, блядь, тебе надо? Подниматься корабль не поднимается. Может быть, эту крышку закрыть? Крышка не закрывается. Что наверху? Ну вот. Наверху закрыта крышка, закрыт люк. Как я и говорил, я подключил все, чтобы это работало. Ну-ка, наверх, обратно давай. Что не сделал я? Может быть, все-таки не зря эта херня отплыла в сторону. Может быть, надо еще зацепить крюк. С какой целью? Она не работает. Она не работает. Крюк не цепляется. На эту штуку нажать? Она не нажимается. Я, блядь, серьезно не понимаю. Открылось, топливо забрал. Садись в корабль, блядь, и плыви. Чё надо-то нахуй? Вот, я плыву вверх, я отсюда выплываю. Здесь загорелась лампочка. Чё, блядь, надо?
что-то запустить, я не знаю. Может быть, починить? Нет. Сварка не работает нихуя. Ну, я попробую. Нихуя не идет. Мне типа надо... А, все. Куда заряд-то идет? Так, не просираем заряд. Здесь мне реактивнуться надо. Я на всякий случай вот так сделаю. Да нахуя ж ты спрыгиваешь-то? Так это действие вперед рвануть. Ну окей, мне похуй. Понятно. Это называется догадайся сам. И, бля, я вообще слово мне не говорить, что это логично. Это же, блядь. Что-то нахуй большое, большая какая-то машина, блядь. Тут, блядь, этот корабль в к пизде разорвало, нахуй. И он вплавь, блядь, плыл по этому океану. Это город из труб. Почему музыка так орёт? Это маяк, что ли? Что это такое? Конец игры? А. А, хорошо, ладно, смотрим. Сейчас будет огромное какое-то строение вылезет. И мы в центре этого строения. И нам дадут воздушный шар, и мы полетим. То есть город, который прятался под водой. А там вон лестница, а там вон кнопка. Нихуя ж себе. Так. Первое. Второе. Темнеет. Третье. Пойдем посмотрим, что за лестница. Нас же должны на воду как-то спустить. Хули мы тут просто так бегаем. Ну хорошо, большой... Го.
подводный. Атлантиду, что ли, получается, нашли? И хуяк. Что происходит? То есть от корабля пошла энергия и запитала весь город, нихуя себе. Сейчас ворота откроются, и нас нахуй это пинком под жопу вон спустит в воду. Наши водные приключения вряд ли на этом закончатся. Конец. Смена дня и ночи или что? Ну, короче, он здесь переночевал, то есть он первый раз за месяц поспал. Да? Прям на кнопке? Ага. Это я просто приблизил специально. Все? И как мне отсюда съебнуть? Парус? Порвали парус. То есть я сейчас возьму, запущу парус. Сильный ветер сейчас дует. Я хотел вот так. Вот, вот так хотел. Смотри, какой хороший ровный ветер. Да, я понимаю, что можно запустить нитро и ебануть со всей скорости вперед, но я не буду этого делать. Причина проста. Не хочу. Опять же таки скажу так, моя работа тесно и напрямую связана с творчеством и искусством, и могу сказать, что если человек что-то решил придумать, ему ёбнула моча в голову, и он пытается что-то выразить именно своим творением, то он в большей степени это делает для себя, а не для того, чтобы его оценили. Пока он сам не расскажет, или пока все многотысячные толпы не обсудят и не придут к какому-то единогласному решению, никто сути не поймет. Так и вот про эту игру. Здесь не рассказывается, здесь нет никакого лора. Мы можем чисто интуитивно догадаться о том, что человечеству в какой-то момент оно свернуло не туда, и наступил пиздос. Все как и... Скорее всего, все как и будет. Никаких новостей. Вот. Че дальше? Ты как бы не переживаешь за героя. Ну, блядь, плывет он и плывет один. Не показывает какие-то моменты его тоски. Показывает постоянно этот корабль, блядь. Ты ебешься все время с этим кораблем. То есть, по сути дела, главный герой не парень или девушка, которая была в прошлой серии, а именно корабль, блядь. Потому что он занимает огромную часть в этой истории. Не пацан, который дергает за рычаги, а именно корабль. Короче, не знаю. Может быть, я слишком суров сегодня. Вот, но... Если честно, я реально пытаюсь понять, что здесь происходит. Я не понимаю. Я понимаю, что по первой части человечество погибло от отсутствия воды. О, чайки. Значит, где-то берег. Возможно, тут.
А вот, то есть здесь наоборот. Здесь получается такая история, что, скорее всего, здесь все вымерли от ее переизбытка. Причем тут вряд ли она пресная. А вот, и поэтому вот такая история. Я бы все-таки смел предположить, что в конце этой части мы встретимся, но, скорее всего, не так все будет очевидно. Вот, поэтому доплывем, посмотрим. Спойлерить, не спойлерить. Писать по поводу того, что тут я мог использовать нитро, а там я не мог использовать нитро вместо паруса, не имеет никакого смысла, потому что я следующую серию буду записывать, я зайду, и я, блядь, опять увижу ветер и открою парус, потому что мне похуй, я не хочу тратить топливо, может быть, оно, конечно, и останется, его не надо, но мне прикалывают больше на парусе. Меньше заморочек, то есть суть игры — посмотреть пейзажи, подумать, почему так произошло, зачем, а не, блядь, бегать там, тушить движок и еще что-нибудь, так, назад парус. Поэтому вот все мои мысли покопаю на эту минуту. Бля, да этот ветер хуй поймаешь. Вообще, ты, конечно, прав, что с двигателем было бы удобнее и быстрее. Вот, но опять-таки, мы же смотрим, что происходит. Так, закрываю. Ага. Пока держимся, так сейчас откроем. Не говоришь, что сейчас херакнемся мачтой? Да не, вроде норм прошли. Тоже непонятно, не видно степень наклона и непонятно, цепанет мачта или не цепанет. Ну давай. Нам чуть-чуть открыть. Поплывем хорошо. Вот так. То есть это пока территория того подводного города. Давай, уходи. А, стоп. Я же это... Да. А, как я и говорил, как я и предположил, что где вот эти буйки большие, там есть... Я ничего не сделал, я спрыгнул. Он отпустил крюк. Ёбаный в рот. Возьми ты его, блядь. Спасибо. Вот, и цепь идет, и вдоль этой цепи можно найти, соответственно, наверное, топливо. Да. Главное не забывать про это и собирать его. Это 100%, что топливо там. Ну, может быть, конечно, не 100%, я всего лишь... Это какая... Второе мое поползновение вниз и сопоставление этих фактов. Поэтому... Будем у этих маяков, но они типа тупо вообще, ты, блядь, туда рожей в него впиливаешься. Типа, погоди, блядь. Постой, посмотри, что происходит. Я сейчас пока буду таскать топливо туда вниз. Посмотрю на ветер. Если он такой же рваный, то пизду перейдем на двигатель. Иначе мы так... Серьезно. Да, ветер боковой. Короче, сейчас поплывем на двигание. Топлива полно. А, так, у нас вроде все к этому готово. Поехали. Так чуть пошустрее будет. Блять, и ветер устаканился. Ну хорош, блять. Не смешно. А давай вот сейчас так сделаем. Вот так. И погнали по парусу. Ускоримся в два раза. Я успею. Наверное, блядь.
как туман. В тумане сейчас мы на какой-нибудь, блядь, этот айсберг наплывем. О, на всех парусах и топливе, но хули нет. Я уж хотел так попробовать. Мне, конечно, не особо быстрее он двигается. Он, конечно, помогает веслами. Я въебусь куда-нибудь со всего размаха. Вот в эту сторону к нам лицом флаг не разворачивается, а парус приходится разворачивать сюда. Ну там сейчас перегорит, я же не подкачиваю, а бегать туда-сюда в пизду. Неинтересно. Чуть не перегорает, плывем. Опять же таки, я не вижу. Может быть, чуть, конечно, есть, но быстрее не стало. Так, сохранение прошло. Ой, как время много. Так. А здесь, очевидно, придется нырнуть. Конечно, может, не слишком очевидно, но нырять придется, потому что мы эту херню не сдвинем. Поэтому, блядь, где лестница, нахуй? Спасибо. Наобум залез. Сюда. 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 Внизу вижу топливо. Но мне в любом случае спускаться еще ниже, потому что айсберг еще виднеется. Ладно, с ныряниями тоже плюс-минус понял. Что к чему, да как. Мы сейчас доплывем до той точки, где нам плыть прямо, и я сгоняю за топливом, посмотрю. Так, стоп. Да? У меня же не заденет. Пусть они пока падают, они сейчас пропадают, и мы с тобой... Ай, пока заберем. Так, слева и справа. А тебе не холодно с голыми ножками-то плавать? Ну и где? Такое ощущение, что я против течения плыву. А здесь нет топлива. Может быть, мне занырнуть надо? Подожди, а тут что, течение в обе стороны, что ли? Что за приколы? Здесь нет, возможно, ниже. Возможно, ниже есть. Эти херовины упали, окей. Может быть, где-то здесь. Нам сюда не надо, нам надо прямо, я понял. Нет. Я же хорошо посмотрел. Ну, точнее, тут, блядь, захочешь... не пропустишь. Все пустынно, все голо, и как тут, блядь, пропустить? Так, это что? Здесь какие-то балки, окей. Ага, то есть можно туда проплыть, там даже свет горит. Так это никак не рушится. А, сюда опять надо присосаться, да?
Ну, я так обследую. Ладно, пошли. Хер с ним. С топливом. Топливо до хера. Я и тем более не нашел тот, который на радаре. Мы сейчас поплывем прямо, где лодка. Лодка есть, хорошо. Чуточку пониже я сейчас опущусь. А, наверное, что я буду опускаться чуточку пониже? Поплыли. Вперед. Вот. И вот так в процессе... Чуть-чуть пониже будут спускаться, потому что нам надо опять присосаться к люку. Правильно? Блять. Ебанул смолёх. А, чуть наверх. Он сам присел. Это топливо может быть там, кстати говоря. Эту херню у меня тоже теперь заряжать? Ну давай ее посмотрим. Воду спустил. А как я в корабль попаду? Прыгнуть надо было. Я же говорил, свет горит, соответственно... Что это? Это груз? Мне надо ровно поставить. Ну, этим я сейчас подрегулирую. Или как? Сверху вон горелка лежит, вижу. Все, я понял. Вода. И чуть-чуть вот сюда. Или нет? Да. Да нет, бля. Ладно. Мне кажется, ровняк, нахуй. А, или прям нужно, чтобы она туда опустилась. Окей. Сейчас сделаю. Ну вот. Я думал, тут сейчас будет сложная загадка. Типа... Это показывает сейсмическую активность. Серьезно. Я думал, сейчас будет это филигранная работа. Ага, спасибо. Это еще одна горелка. Зачем мне столько? У меня уже есть горелка. Стой. Надо было ее... выкачать. Так, окей, а зачем мы этот сейсмометр, так скажем, запустили? Что он нам даст? Я же запрыгну отсюда. Отличненько. Но лифт-то не работает, лифт сломал. А, я сейчас его горелкой починю, все. Так.
Бля, ну я пошутил, мне надо пацана без корабля оставлять. Выебать Титаник нахуй. Ему вообще по... вообще похую, что там произошло. Он вперед поплыл. И мне вообще теперь... А он это, на нитро... Он на нитро уплыл. Сейчас мне, по идее, надо... На время, что ли? Что-то вряд ли. Если бы тут еще загадки на время было, были бы, я бы охуел вообще. В обратную сторону. Так, мы сейчас всплывем, корабль у нас наверху, и вот этой горелкой нам надо его будет чинить. А, это бур, это типа бура, да? Он через льды поднимается и пробуривает. А корабль-то где? Вот через эту щель прошел? Окей. Ну, хорош, ты не мерзни. Горелка есть. О, посмелее побежал. Или это ветер вот так это? Это корабль далеко уплыл. Сохранение есть, хорошо. Ну сейчас мы до корабля хоть бы добежим. Или я не в ту сторону игру, игру прохожу, надо, бля, в обратную бежать. Мне кажется, сейчас лед должен лопнуть и оттуда выплыть корабль. Ого, платформер нахуй. Сука. Я не прошел его. Ну если что, у меня вон раз, два, три, четыре, пять жизней. Ага. Вообще очень похоже, что мы приближаемся к концу. Но пока не очень похоже. Пока ощущение такое, что игра даже вообще не планирует заканчиваться, она только разгоняется. Или нырнуть было надо, вдруг там топливо. Короче, ладно, бежим. Блядь, ты горелкой, ты бы ее на спину, блядь, прилепил. Горелка больше, чем ты. Ну да, ну да, видишь, сколько кораблей порушилось здесь. Причем они похожи на эти ледоходы, ледоколы. И один хер не прошли. Какое-то кладбище кораблей. Так, где мой? Это от моего мачта торчит? У меня такая большая не была. Игра постепенно превращается в этот. В пиратов Карибского моря. Бля, ну вряд ли его туда отнесло. Хорош тебе. Или мы новый сейчас какой-то огромный, как в той части вот этот вот ходун здоровый был, только тут сейчас будет огромный корабль. Так, еще сохранение. Зачем столько сохранений? Вдруг кому-то надоел бежать? Ну давай зайдем. Ну бля, интересно. Теперь уже интересно, куда это нас все приведет. Куда мы... Бля, да, здоровый корабль, смотри. Так. Ты горелку взял нахуй? Мы ее столько с тобой перли, чтобы тут бросить, конечно. Ага. Еще одна.
И как нахуй? Беру самую заряженную. Так еще фонарь. Блядь, отвратительно. Давайте где-нибудь недалеко. Корабль надо забрать, этот. Еще одну горелку и фонарь. Если корабль недалеко, то я вернусь. Если далеко, то нет. Бля, это мой корабль? Серьезно, нахуй? Нет, это не мой корабль. Мы починили мачту, чтобы пройти. Хорошо, интересно. Блин, а мне, наверное, стоит сейчас посмотреть на Ютубе. Просто если осталось еще не очень много, то я до конца бы ее прошел. И, возможно, сделал бы так же, поделил просто на две серии, как в прошлой части делал. Ну хорош, блядь. Ветер смотрит, когда я пойду, а когда нет. Побежали, побежали. Это как с этим был, только здесь цепляться не за что, и мне надо от укрытия к укрытию, я так понимаю, перебегать. Вот он сейчас усиливается. Окей, ждем. Сейчас мы добежим до какого-то этого адекватного места, если я посмотрю, много до конца или нет. Если немного, то допишу до конца, пополам поделю, и будет у нас, соответственно, с тобой две серии. Если еще примерно, блин, столько же, тогда на этом будем заканчивать. Так, давай, 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 давай. В смысле, блядь? А как мне надо успеть, нахуй? Бросить горелку? Пиздец. Как понять, что он закончился? Я чисто на дурака прыгнул. Ну вот полоски, которые летят, они становятся толще, тоньше, толще, тоньше, толще, тоньше. Вот, они становятся толще, соответственно, ветер усиливается. Я выпрыгнул, когда они были толстые, и меня не сдуло. Ну ладно, я вот иду тут вот так вот получше, так полегче. Видишь, он начал идти. Может быть, по звуку, кстати, ориентироваться. Топливо. Серьезно. Горелку, блядь, из рук не выпускай нахуй. Если ебло разобьешь, починишь хоть. Так это опять не мое. Это, блядь, какой-то велосипед. Но, по ходу дела, станет моим. Ты кто нахуй? Ты пират? А, это девушка. Это не та, за которую мы играли. Да, это она, наверное. Немного похоже на нашу эту предыдущую лодку. Ну, судя по фотографии. А чё? Мы с мертвой девкой поедем. Ой, так как это загружалось-то? Так, сначала фонарь. Жаль, что все-таки не берет. Сейчас я все загружу и посмотрю, долго ли до конца. Ну, я так понял, это наша прошлая героиня. Потому что тут загружается все точно так же, правда.
А сзади у нас было колесо? Не помню. Ну, типа, модернизировали. Это если она, то, блядь. Хотя тут у нее, типа, седой локон. Так стоять. Типа, полностью загрузился. Ну, сейчас еще одну возьму. И она никуда не добралась. То есть она помаякала. Так, ладно, ждем. Так, на самом деле до конца я зашел, вот до этого места дошел, примерно 35-40 минут осталось, поэтому я думаю, что вот так мы закончим. Я сейчас сразу доиграю, подряд запишу, и две серии подряд выйдет, вот, чтобы не затягивать с этой игрой. Перейдем уже к следующим, к дополнению, конечно, к Elden Ring. На этом тогда закончим. Плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК, делись видео со своими друзьями, ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.